Награждали в Краснодаре сегодня и детей. Победителей краевого конкурса «Я выбираю ответственность». В нем приняли участие около 1500 несовершеннолетних. Они рисовали плакаты, делали фотоснимки и создавали композиции из подручных материалов. В финал вышли 299 авторов со всего края. Из них жюри выбрало лишь 18 призеров. Еще 60 получили дипломы. Оценивали проекты в трех номинациях. Информационно-просветительская работа, наглядная агитация и «Поддержи тех, кому тяжело». Кстати, последняя номинация, по мнению жюри, наиболее важна. Она собрала реальные проекты помощи тем, кто в этом нуждается. Эти программы уже поддерживаются муниципальными образованиями, и они выставляются к нам на конкурс. Программа, например, как сделать клуб по интересам для пожилых людей, чтобы они не сидели дома у телевизора и не скучали, не ждали письма или смс-очки от своих детей. Они могут пойти, в клуб, где волонтеры их напоят чаем, устроят им танцвечер. Победители отметили памятными подарками. За третье место участники конкурса получили мобильные телефоны, за второе – фотоаппараты, а за первое – электронные книги. После церемонии награждения лауреатам показали мультфильм.